Сегодня я вам хочу показать, как сделать самое лучшее средство для уборки ванны, для арматуры. Вот. Значит, я, как сказать, Фома неверующий, и думала, что это просто так. Я, конечно, все это нашла в интернете. Но я попробовала, и действительно, я, как сказать, в восторге, насколько это хорошее средство и насколько это простое. Я сейчас вам сделаю, потом мы пойдем в ванну, я вам покажу. Значит, мы берем, вот здесь у меня 250 миллилитров воды, вот, и добавляем сюда, так, это у меня витамин С. Он продается у нас в любых магазинах. Он стоит 65 цент. Здесь 20 штук. Вот. Мы, значит, для этих 250 миллилитров воды мы возьмем, ну сколько, 4 штуки. Может 4, можно 5. Я возьму вот 4 таблеточки. Значит, мы для этого переливаем. Так, переливаем водичку, вот эти 250 миллилитров, в эту бутылочку с дозатором. Вот я перелила 250 миллилитров, и теперь мы сюда добавляем наш витамин С. Вот. Теперь мы добавили все это. Закрываем. И вот теперь вот наше чудо. Ой, эй. Ты куда уже брызгать уже начала? Она еще не. Эй! Что-то она у меня. Откроем вот так, потому что она сейчас там бурлит, все перерабатывается, и поэтому уже она начала у меня разбрызгиваться. Ну вот она сейчас переработается, видите, она там у меня бурлит, все там, пока этот витамин С разойдется. Вот, и сейчас мы пойдем к раковине, я вам покажу свою раковину, свои эти арматуры, которые будем чистить, и посмотрим, потому что я уже все это проверила. У меня два крана, я один кран уже почистила, результатом я очень довольна. И теперь мы пойдем, будем делать второй кран. Так, теперь я вам хочу показать мой кран, что он действительно грязный. Посмотрите, вот. Вот снизу здесь вот у краника, видите, сколько кальк, то есть это, как она называется, известь, отложение, вот. Вот. Я хочу показать, что это действительно все это, вот, посмотрите. И теперь мы будем все это заливать своей вот этой жидкостью. Вот сейчас будем. Заливать все это. Так, где вот. Вот. Ой, неудобно одной рукой брызгать, другой снимать. Ну ничего, вот. Посмотрите, я сюда брызгаю. Сюда сейчас мы. Ну. Вот, сейчас мы все забрызгаем хорошенечко и дадим постоять минут 20. А потом я вам дальше покажу. Сейчас я еще хочу вам показать. Свет включу. Так, вот я еще хочу вам показать свою вот эту
душевую головку. Вот она, видите, тоже, вот там, видите, кальк. Вот это мы тоже сейчас все это забрызгаем. И потом все я вам покажу. Ну вот, прошло, наверное, минут 20-30, может быть. Я вот почистила просто тряпочкой обыкновенной. Где она у меня, тряпочка? Ну ладно. В общем, все почистила. Вот, посмотрите, где... Где? Ой. Где? Вот. Видите, все чистенько, все. Весь кальк. Все отошло. Моя раковина блестит. Мне аж самой приятно. Я уже насколько, как сказать, не любитель заниматься уборкой. Но с таким, как сказать, простым способом, и по всей квартире у меня пахнет вкусным этим лимончиком. Ну тут что-то он мне... Они разные бывают. У меня было желтое, это красное. Это как, наверное, есть же и красные эти апельсины, наверное, вот. Витамин С вот этот. И запах по всей квартире красивый. И еще я вот хотела вам показать. Я вам показывала, что я брызгала на свою вот душевую головку. Посмотрите. Все ушло. Нету совсем вот этого... извести или накипи. Вот моя душевая головка. Посмотрите, блестит. Это вот я вчера чистила вот эту арматуру. Тоже вот все блестит. Удивительно. Я очень довольна. Ну и этим еще, вот этим витамином С, вот эти Браузен таблетки, как бы очень хорошо. Допустим, вот у меня чайник. Но у меня, конечно, вода фильтрована, поэтому у меня в чайнике, конечно, накипи никакой нету. Вот, видите, у меня совершенно чисто, поэтому я не буду его чистить. Я просто вам хочу сказать, что также набрать 250-300 мл воды, там 2-3 вот этих таблетки бросить туда. В этот в чайник, и также будет у вас чистый чайник. Также можно и кофемашину развести вот этот витамин С и пропустить через кофемашину, и тоже будет очень хороший результат. Ну и еще куда еще можно, в общем, везде, где образуется накипь, вот этот кальк, можно использовать. Я действительно, как сказать, удивлена, что такое простое средство, и запах такой, и никакой химии. Всего приятного вам, как бы повторяйте, пробуйте, делайте и делитесь своими впечатлениями. Пока-пока!